1 сентября. Водитель, будь внимательным на дорогах. Сбавляйте скорость перед пешеходным переходом. Акция «Соблюдайте скорость» рядом школа проводится в преддверии 1 сентября. Водители с улыбками и позитивом слушали советы детей и получали подарки. Автолюбители говорят, что всегда снижают скорость перед пешеходными переходами. Ну, конечно, большая ответственность. Дорога ошибок не прощает, поэтому, соответственно, будем соблюдать правила дорожного движения и предельно аккуратно. Кому-то это точно нужно. Но кто быстро ездит, несмотря ни на что, это им это точно нужно. Вы это правильно делаете, так и надо делать. Дети – это самое главное. Для проведения акции выбрали улицу Бабушкина рядом с 29-й школой. Многие дети, чтобы попасть на учебу, проходят по пешеходному переходу. В преддверии 1 сентября увеличивается транспортный поток, то есть количество транспортных средств увеличивается в городе Улан-Удэ, соответственно, и количество пешеходов увеличивается в связи с тем, что начинается учебный год. И получается, ну, подвижность населения на порядок выше, чем было это в летний период времени. С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 60 ДТП с участием несовершеннолетних. 19 аварий связаны с наездами на юных пешеходов. Как показывает статистика, в сентябре число ДТП с участием детей, школьников возрастает, потому что за время каникул они отвыкли от транспортной обстановки, подзабыли правила дорожной безопасности. Поэтому в начале учебного года от нас с вами, то есть от родителей, от водителей, от всех участников дорожного движения зависит именно то, как дети транспортно адаптируются к окружающим условиям. Чтобы случаев наезда на детей становилось как можно меньше, иногда достаточно лишь не нарушать скоростной режим. Соблюдай скорость рядом школа! Андрей Слепнев, Вячеслав Батоев. Новости дня.